Послание президента Барака Обамы о надежде и переменах вдохновило его брата тоже начать политическую карьеру. Малик Обама – кровный брат американского президента. У них один отец и разные матери. Ему 54 года, и в марте он планирует принимать участие в провинциальных выборах в качестве независимого кандидата. Таких, как он, единицы. В стране плотно укоренилась традиция племенных или клановых связей, которые повсеместно существуют и в политике. Так называемым «одиночкам» разрешили принимать участие в выборах относительно недавно, в 2010-м. В предвыборной кампании Малика Обамы принимают участие его родственники и волонтеры. Он многоженец, и у него 10 детей. We want another Obama here, you know. For the simple reason that, you know, мы хотим здесь второго Обаму по простой причине. Это делает мир ближе. Тот факт, что Барак Обама является президентом США, открыл много дверей, разбил стеклянный потолок. Никто уже не может сказать, что нам это не под силу, потому что мы африканцы. С 1985 года Малик Обама живет и в США, и в Кении. В Вашингтоне у него было несколько фирм. На данный момент он работает там финансовым консультантом, а в Кении организовал благотворительный фонд для женщин и сирот. Его политический слоган «Я хочу, чтобы здесь было так же, как в США». В планах брата Барака Обамы вывести свой регион на новый уровень. Сегодня его родная провинция Сиая в основном зависит от сельского хозяйства, и многие фермеры до сих пор живут в глиняных домах с соломенными крышами. Обама обещает строить новые дороги и больницы, проводить в дома электричество и открывать небольшие предприятия. Говорит, в случае, если одержит победу, поставит перед собой еще более амбициозные цели – стать президентом Кении в 2017 году.